Друзья мои, всем добрый день. Я вам хочу показать, какие перцы я вырастила вместе с мужем своим, моим. Мы вырастили на огороде без химии. Без химии абсолютно. Удобрения мы тоже не бросаем. В этом году такие вот прелестные перцы. Ротунда. Очень сочные. Сейчас я лечо с них сделаю. И вам покажу, как лечо. Вот эти желтенькие, желтая ротунда, она маленькая. Не хватило. Это, наверное, мы такие семена взяли, поэтому в этом году со своей ротунды соберем и семена. Такой прелестный перец. Кстати, виноград чуть дальше стоит, видите? Виноград тоже у нас без химии. Можно выращивать. А этот вот запутался в ветке, поэтому получился такой бесформенный. Он здесь сидел в веточке. Но перцы прелестные. Замечательные. В следующем видео я вам покажу, как я делаю лечо. Лечо — это венгерское блюдо. И вот сегодня я срезала перец на лечо. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, кто остается со мной. Будем вместе. Всем до новых встреч.